Мы 5 простых обычных девчонок приезжаем в Стамбул и хорошо проводим здесь время, наслаждаемся жизнью, получаем от нее удовольствие. Здесь очень красиво, здесь красивая архитектура, здесь классные закаты, рассветы. Глаз очень просто радуется, был в шоке от увиденного, то есть это совсем другое. Наша задача была показать женственность, красоту, яркие краски, весну и хорошую погоду, чтобы тот манифест и та идея, которую мы хотели бы рассказать, сработали бы здорово. Это невозможно сделать в России, времена ковидные непростые, и Турция нас действительно спасла, потому что абсолютно везде плохая погода, в Турции замечательно солнце, и мы можем делать круто и интересно. Локации Стамбула невероятно яркие, разнообразные, очень разная архитектура на расстоянии вытянутой руки. Это может быть какой-то супер новый модерновый дом, и рядом это может быть здание 16 века. И для этого нужно сделать 5 шагов. Это фантастика с точки зрения локаций. Несмотря на сложную эпидемиологическую атмосферу, мы можем снимать, отели работают, можно приехать, можно перекусить. Это здорово, что даже в такое время Турция открывает границы, и здесь можно сделать то, что мы хотим. Это какой-то аккуратный город, тут есть европейские домики и все такое, но при этом здесь происходит куча всего, какая-то уличная жизнь, и которая здесь очень чувствуется, даже когда город закрыт, ну, даже когда локдаун, здесь очень хорошо чувствуется уличная жизнь, здесь все равно этот город, он живет, как-то по-своему пульсирует, это здорово. И у нас были и крыши домов, и какие-то улицы старых районов, и корабль, но в целом это мы старались не выбирать какие-то супер туристические места, которые уже все знают. Наверное, единственное туристическое место — это такая лестница, здесь есть, забыла ее название, а так это какие-то скорее ощущенческие красивые улочки, какие-то мосты. Галата, мост, где все обычно ловят рыбу. Я чувствую себя в безопасности. Я здесь очень часто бываю. Мне, в принципе, мне кажется, Стамбул становится уже моим вторым домом. И у меня ощущение, что у многих сейчас такая же ситуация, потому что это единственный город, куда можно прилететь. Ну так, если недалеко лететь. Если это не Мальдивы или Танзания, то, скорее всего, это Стамбул. Мне здесь, ну, мне этот город очень близок. Он мне близок по духу и по 3,5 часа из Москвы, и ты здесь. И здесь солнце, здесь тепло, здесь такая красота, здесь уличная жизнь, здесь хочется выходить на улицу, здесь, ну, у этого города такая энергия, она тебя все время питает.